Сегодня 21 декабря 2020 год. Вот показываю вам подготовку, как у нас протекает уже почти. Почти все соседи украсили свои дома. И, кстати, сегодня вот это большое у нас этот Great Conjunction. Вот луна сегодня. И то есть значительный такой день. Вот на небе, не знаю, попытаюсь показать. Вот он, Юпитер и Сатурн сегодня как бы на одной линии находятся. Плюс сегодня земное равноденствие. Вот смотрите, пожалуйста. Такое говорят, что раз в 800 лет настолько близко Юпитер подходит Сатурну. Раз в 200 лет они ближе, немножко дальше подходят, но не так близко. Вот. Обещали какие-то кучу сегодня ивентов, что и там чуть ли не землетрясение, конец света будет, Great Conjunction, but nothing happened. Ничего не случилось. Сегодня все вместе. Луна, Jupiter, Saturn, everything together. Hello. And this is that the Christmas star? Christmas star. I'll try to show you. We kind of have to move here a little bit. Come here. I just was showing it on my channel. There it is. Right there. You sure that's it? Yeah, that's it. So it's basically two stars together, the planets, the Jupiter and Saturn together. They like closest to each other in 800 years. Okay, yeah. So they almost, you see, they're kind of like a big star, and the next one is close by. I expected them to be like completely like one star. This bright star, which they say that the Christmas star, which probably was the same way when Jesus was born, but it doesn't look like it. I expected them to be completely, you know, coincident to each other. Yes. But it doesn't look like it. As you can still see, you know, one is closer, one is a little bit further. Yes. So I'm trying to show it as well. So, not exactly coincident. On the camera it looks like it's exactly coincidence, but if you look in the naked eye, you can still see some space between them. Yes. Yeah, so that's it. That's what they're talking about, yeah. And today is also winter solstice. Okay. So, and they said, oh, something's gonna happen. It's like either apocalypse is gonna happen, or the end of the world, or something big gonna happen, because it's like really rare event. And today is a quiet day, it's possible. There's nothing, not even wind, no earthquakes, nothing happening. Nothing happening. How are you? Good, you are a sweetheart. Oh, he's the best. He's Beagle. You are a sweetheart. Do you live in our neighborhood? Yeah, I live close by, on across the road. I was just want to walk around to see the stars. Yeah, that's why I'm out here. I was trying to find it too. Right, and this, you guys have beautiful decorations here too. Merry Christmas to you too. Come on. Ну вот уже эти мы деревья видели в прошлый раз. Вот эти соседи немножко красили синие. Вот эти что-то совсем так и не отелились ничего украсить. Пошли, собака. Пошли. Не хочет идти. Вот, эти немножко тоже украсили красивый дом, большой такой. Здесь все дома практически в стиле Mediterranean, такой испанском как бы стиле. И несколько таких более современных in the end of the street, в конце улицы. Но сегодня все повылазили гулять, смотреть на этот Grand Conjunction. Я даже не уверена, как он, большое соединение, или как он по-русски-то называется. Мы тоже красиво украсили дом. Этот мы уже видели в прошлом видео. Я показывала этот дом подробно.
Но тем не менее очень красиво. Ну, в общем, показала. То есть надо было сегодня запечатлеть именно этот день, что вот этот такое знаменательное событие. Юпитер и Сатурн близко друг к другу находятся. Вот практически в одной точке они на небе видны. Хотя, опять-таки, если смотреть без камеры, просто глазом, то видно, что они не совпадают. То есть как бы там есть все равно между ними расстояние. Но плюс Луна сегодня. Вот она. И плюс зимнее равноденствие. То есть с сегодняшнего дня уже начнет у нас день удлиняться, а ночь сокращаться. Дай бог, потому что уже надоело. Так темнеет быстро. Ничего не успеваешь сделать, уже темно. Даже не успеешь гулять. Видите? У меня собака обычно уже ждет, когда мы с ним пойдем гулять. Мой красавчик. Красавчик. Вот. Ну, в общем, запечатлели для истории как бы факт вот этого большого события. А соседка-американка вышла поговорить и говорит, что-то обещали сегодня столько событий. Там и будет чуть ли не там конец света, или какие-то там ивенты будут происходить, землетрясение, что-то такое будет ужасное, знаменательное. Ничего. Вот я знаю, что на Гавайях сегодня было извержение вулкана, одно из самых мощных. Вот. Ну, куча мелких землетрясений по всему миру, как они так обычно в последнее время трясет как бы не слабо. Вот, вчера было 6.2 в Японии. До этого на прошлой неделе было 3.6 с плюсом, 6.2, 6.4 на Фиджах, там где-то в Азии, Филиппина. Такие неприятные землетрясения были. Вот. Но ничего такого экстраординарного не произошло. Вот. Так что, ребята, если кто-то ожидал каких-то конца света или чего-то такого ужасного, ничего не вышло. Будем продолжать жить дальше, строить дома, вот, расти детей. И наслаждаться нашей прекрасной погодой в Далласе. Теплынь. Сколько сегодня? 70? 71 даже было. Вот. Наслаждаться нашим красивым небоскребом. Гулять с собачками. С нашими. Ждать следующего конца света. Когда-то он, может, произойдет. Я не знаю, я уже приготовилась. Уже упаковала себе этот back-out bag, сумку, если что, бежать куда-то. Оружие прикупила. Не знаю, что-то пока не происходит ничего. Так что поддержим пока что автоматы, пулеметы в загашниках. Может, зомби-апокалипсис начнется в другой раз. Пока нам не суждено в этом году. Я так думаю, что до Нового года уже, наверное, вряд ли что-то случится. Скорее всего, что уже ничего не случится. Вот. Ну, собака, куда ты пошла? Собака пока моя все не отметит свой social network на каждом углу, не успокоится. Вот. Такие еще у нас тут домики красивые. Пошли, Коди, пошли. Красивый дом такой тоже, но что-то хозяева поленились и не украсили. Такой красивый дом можно было вообще-то и украсить к Рождеству. Ну, тут у нас азиаты живут, и то хватило совести украсить к Рождеству дом. Не то, что некоторые. Ну все, прогулка сегодня закончилась. Вот, к концу света мы были готовы, но ничего не произошло. В следующий раз
может быть, что-то произойдет. Ну, всех наступающим Новым годом и Merry Christmas!